Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Гибель Авессалома. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей. А мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот, я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс. И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух наш царь приказывал тебе и Авессе, и Фею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома. Если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.